Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Димао, и сегодня у нас награды за Викинг Лигу, и, конечно же, вышла вся команда Тотти, и сегодня мы будем открывать кучу паков, буду вставлять самые сочные, поэтому сегодня будет очень много волкаутов, ребят. Но сперва все-таки стоит вернуться к команде недели, которая у нас сейчас вышла. И сегодня в красных пиках, конечно же, мы будем нацеливаться на Неймара, Бензема, Сильву. Ну, давайте посмотрим эти карточки поближе. Неймар, понятно, без лишних слов. У Карима Бензема отличная карточка. Это, по-моему, третий его информ уже, Тиф. Ну, здорово, здорово. Статы, на самом деле, на уровне. Короче, ладно, ребят, погнали открывать паки. Но все-таки начну с наград за Викинг Лигу. Сейчас откроем пики, и дальше будет море пакцов и очень сочных пакцов, ребят. Итак, два пика. Ждем Неймара, ждем Бензему, Бернардо Сильва, Де Йонга. Без разницы кого, просто дайте нормального игрочка. Поехали. Пик номер один. Так, что-то какой-то первый пик очень страшный. Очень страшный пик, ребят. Прям очень страшный. Возьму Минца. Первый пик, конечно же, мимо. Второй пик. Смотрим, что здесь будет. Итак. LVD, ребят. LVD, у него довольно-таки неплохая карточка на моем втором аккаунте. Не все в порядке с командой, играю такими бомжиками, можно сказать. Сохраняю LVD в клуб, может быть, еще пригодится. Вот так вот сейчас команда моя выглядит, и хотелось бы, конечно, кого-то поймать сегодня в основу. Паков будет очень много крутых паков будет. Я верю, что именно сегодня костяк этого состава немного изменится. Поехали. 26 паков, ребят, и сразу без раскачек начинаю. Будет очень много плохих паков, я, наверное, их не буду даже вставлять в видос. Поехали. Итак, первый заход. Створочки сразу, со створочек начинаем в довольно-таки простом паке. Итак, это информ. Это информ, ребята. Это информ. Да, это слабенький информ. Я не знаю, трейдовый пак или нет. Там сейчас все перемешано. Пак трейдовый. Пак трейдовый. Плюс 10 кусков. Хорошее начало. Хорошее начало, ребят. По очереди прям щелкаем. Золотые премиум игроки. Итак, створки. Плюс десятка уже есть. Итак, что здесь будет? Тут алчешные створочки. Наверное, слабенький кто-то будет. Голландия. Дерун. Дерун 81 рейтинг, но... Вторые створки подряд, в принципе, это радует. Поехали, набор лучших золотых игроков. Третий пак пошел. Хотелось бы, конечно, волкаута сегодня побольше увидеть, потому что паки будут очень мощные. Створки 3 из 3. 3 из 3 створки, это Австрия, ЦП, Сабитзер, нормально. Третий подряд створки и вполне возможно, что третий подряд трейдовый пак. И дальше идут у нас малый набор редких золотых игроков. Сейчас просто у нас будет 18 редких игроков за 3 пака. Итак, смотрим, ждем первый волкаут на сегодня. Итак, есть волкаут, ребята, есть волкаут. Первый, Англия, что это? ПП, Санчо, Джордан Санчо. 87 рейтинг, это очень неплохо. Так, ребят, мне нравится, какое сегодня начало у нас. Это тоже трейдовый, Санчо тоже трейдовый, это радует. Жалко, не видно, антрейд это или трейд пак. Ну, давайте, открываем. Итак, волкаут, второй подряд волкаут. Что происходит, парни? Италия. Так, это, наверное, слабенький. Волкаут будет Чиро. Чиро и Мобили. Но, ребята, второй волкаут подряд. 87 рейтинг, это хорошо. Так, все, пошли, ребята, антрейд. Это антрейд уже паки. Чиро и Мобили, Хаверц, все в клуб. Все в клуб, ребята. Малый набор редких золотых игроков. Пока что он принес 2 из 2 волкаутов. И, итак, было бы, конечно, слишком круто. 3 волкаута подряд, я даже не верю. Мега набор. Следующий мега набор. Итак, что здесь? Что здесь у нас? Итак, створки. Створки, еще очередные створочки. И смотрим. Испания, левый защитник. Вновь. Я уже думал, опять Гримальдо, но Юрий Берчичи. Тоже неплохо. Ну, давайте все равно сейчас самые слабенькие откроем и самые мощные на потом. Чистые игрочки уже идут у нас. Створки в очередной раз, но нет волкаута. Пока что 2 волкаута, на этой цифре мы застряли. Так, Бразилия, ПП, Лукас. Лукас, да. Итак, ну, створки. Створки, это Голландия. ЦФД, вот так вот. Олимпик Лион, это Депай, кстати. Депай, 85 рейтинг у этой карточки, это хорошо. Хорошо, не знаю, трейдовый этот пак или нет, смотрим. Так, Электрум и набор игроков. Ждем волкаут. Вдобавок к двум волкаутам добавили сейчас. Волкаут, есть, ребята, третий волкаут на видосе. Итак, смотрим, это Германия. Ну, не очень хорошо, ЦАП это Мюллер, да?
Мюллер, 86-й, на убывание пошли мы в плане рейтинга волкаутов. Итак, осталось 7 паков. 7 паков и 7 очень крутых паков, ребят. Открываю, наверное, самый слабый из этих паков, редкий мега-набор, который стоит 55 кусков. 55 кусков, и это самый слабый из оставшихся паков. Вдумайтесь просто. Без створок, ну да. Да, хорошо. Так, ребята, 6 паков осталось. 6 паков. Два набора редких игроков сейчас стоимостью по полтинник каждый. Открываем. Открываем сначала их и переходим уже к гарантированным рейтингам. Итак, пак за полтинник. Створки. Только лишь створки. Шкринер. Так, трейдовый Шкринер Брозович. Вот такие вот ребята. Хорошо, что трейдовый пак. Это прям очень радует. И еще один набор редких игроков. Еще один пак за полтинник. Еще один пак за полтинничек. Итак, волкаут. Есть волкаут. Четвертый волкаут, ребята. Четвертый. Это Аргентина. ЦФД. Это Дибала, конечно же. Дибала 88 рейтинг. Это очень здорово. Трейдовый Дибала. Класс, класс. Итак, ну вот добрались мы до антрейд паков. Здесь сейчас самое интересное будет. Два редких игрока. 83+. Атака. Два редких игрока. Защита. Давайте начнем с защиты. Ждем пятый волкаут. Давайте волкаут. Жаль. Бразилия, защитник, ЦЗ, кто? Тиаго Сильва. Тиаго Сильва, 85 рейтинг, тоже неплохо. И Шкриняр, гляньте, дубликатище. Что творится? Вообще неплохо, ребят, 2,85 еще подкинули, я прям что-то как-то не ожидал даже. Два редких игрока, 83+, атака, что ждать от атаки? Давайте еще один волкаут. Просто еще один волкаут на этом аккаунте. Ну-ка. Нет волкаута, жаль. Жаль, нет волкаута, и что здесь? Италия, ЛФА. Наполи, Инсинью. Опять мы по рейтингам прям шагаем очень вплотную к волкаутам. 85-й рейтинг, еще раз. В плане рейтингов прям насыпали, прям ого-го. Ну что, открываю, наверное, 86+, сначала, потом набор из 5 редких игроков, 85+. Давайте, 86+, еще один волкаут в копилочку. Еще один волкаут. Давайте что-нибудь поинтереснее уже, ребят. Волкаут есть. Обычный вулкан, как я понимаю. Итак, Швейцария. Оу. Зажлобились, ребятки. 86 рейтинг Сомера. Ну, так себе. Еще один был вулкаут. Гарантированный, конечно, он был вулкаут, но приятно в любом случае. Ожидает нас еще один прекрасный вулкаут. Я надеюсь на это, что не 5 игроков выпадет 85 уровня. Конечно же, здесь я уже жду что-то прикольное. Один из самых интересных паков в этой фифе. Вулкаут, конечно же, смотрим. Итак, смотрим, ребята, Испания, ну, это не очень хорошо, ЛЗ, Альба. Ну, так себе, ребят, 86 рейтинг, всего лишь 86 рейтинг, хотя пак просто замечательный. Так, хорошо, что без дубликатов, это Альба, Дехе, Лена, Зиеш, Вернер. Ладно, сохраняю в клубешник, в принципе, я доволен пак-опенингом на этом аккаунте. Итак, парни, это уже основа, основной состав основного аккаунта, и пока что выглядит он вот так. На балансе уже около миллиона, и в принципе я готов к какому-то очень серьезному трансферу, но для этого нужно сначала открыть паки, которые я накопил за это все время. Итак, начинаем с самых простеньких, самым лучшим. Золотые премиум игроки, пак за 25 кусков. Итак, смотрим, что здесь у нас. Створки. Сразу со створочек стартуем. Это, в принципе, хорошо. Джеко. Да, так и есть. Один Джеко. 83 рейтинг. Нормально. И, кстати, парни, залетел я на этот аккаунт и совсем забыл, что тут же тоже надо собрать паки за дивизионы. И, конечно же, два пика за Викинг-лигу. И потом мы дальше будем открывать эти паки. Их уже неимоверное какое-то количество будет. Итак, два пика по 3 игрока. Золото 3 на 2 аккаунтах я сделал. Поехали, со второго теперь пика открываем. Итак, смотрим, Неймарчик. Ну, беру Ромеро, пусть будет Ромеро. Пусть будет Ромеро. Де Йонга хотя бы, что ли, дали. А, ну, кстати, вновь LVD, Минца. В принципе, одинаковые пики на двух аккаунтах. Ни туда, ни сюда. Малый набор редких и золотых игроков. Два их тут таких. Первый пошел, именно здесь был волкаут на том аккаунте, но здесь только створочки. Бразилия, левый защитник, Реал Мадрид, Марсело, конечно же, 83 рейтинг. Еще один малый набор редких золотых, смотрим. Давайте волкаут, первый на этом аккаунте. Пока что нет, пока что только створочки. Только створки, опять Бразилия, ЦЗН, Трасс, Сити,
Фернандини 84, рейтинг в принципе неплохо, но без волкаутов пока что. Так, два мег-набора, сначала их открою, наверное. Створки опять, но нет волкаута, хочется волкаут. Аргентина, ЛЗ, Тальяфико, 84 рейтинг. Ну вот, посмотрите, здесь створки практически в каждых паках, но рейтинги 83-84. Ощущение, будто бы все волкауты остались на том аккаунте, как-то неправильно это. Итак, ну-ка, смотрим. Итак, без створок, ну. Смотрите, ребят, 5 редких мега-наборов, то есть 5 паков по 55 кусков, это же очень мощно. Поехали, редкий мега-набор, 55 кусков, 5 паков. Итак, будет волкаут или нет? Створки в очередной раз. Слабенькие створочки, 83 рейтинг всего лишь. Так, ребят, чуть-чуть сейчас поменяю порядок открытия паков. Давайте откроем что-нибудь из вот этой серии. Пусть будут два редких защитника, 83+. Пора уже прерывать серию без волкаутов. На этом аккаунте ни одного волкаута пока еще не было. Хотя паки были очень хорошие. Итак, защитники, 83+. Волкаут есть. Итак, Франция, смотрим, что здесь. ЦЗ Варанчика, пожалуйста. Блин, дубликат. Я буквально вчера его ловил. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Не помню, только на этом аккаунте или нет. Да, и, к сожалению, на этом аккаунте. Продолжаем. Редкий мега-набор. Итак, редкий мега-набор. Да что ж такое. Редкий мега-набор, еще один. Пока что в этих паках что-то совсем не везет. И смотрим. Створки, всего лишь створки. И это информ, наверное, да? Да. Все тот же информ. Так, здесь Дембеле в паке, Марата в паке. Нормально, нормально. Последний мег-набор, последний редкий мег-набор на этом аккаунте. Все 4 или 5 их до этого, сколько я открыл, вообще все мимо. Все мимо, максимум был створочки и, пожалуйста, в очередной раз то же самое. Получается, 5 паков по 55 кусков не принесли абсолютно ничего, кроме одного информа и парочку 83-х рейтингов. Ну, как-то неправильно. Так, у нас осталось 2 набора редких игроков, 2 набора ультимейт. Ну, откроем сначала вот эти, чуть-чуть похуже эти паки с игроками. Очередной заход. Створки, спасибо за створки, тут даже не так часто створки дают, это Греция, Манолос, Манолос 83 рейтинг, нормально, уже створком радуешься. Так, все, парни, осталось 7 паков, и все 7 паков очень крутые, давайте откроем, наверное, сначала 2 набора этих игроков, по полтинничку они. Один волкаут, напомню, был на этом аккаунте, против 5 или 6 на том, второй волкаут, есть. Итак, есть, что же здесь у нас? Испания, но опять это не очень хорошо. Серега Рамос, слава богу, не Рамос, ребят, антрейд, дубликат он есть. Пике 86 рейтинг, тут и информ в этом паке. Пике, Хендерсон, посмотрите, два волкаута в одном паке прям спрятано. Че, зачтем как за два, да, сразу? Так, еще один пак за полтинник. Сейчас был очень неплохой пак за полтинник. Итак, два волкаута на этом аккаунте. Давайте еще один. Нет, створки есть, но нет волкаута. Онана, Сапата, Минди, ребятки, Минди, это трейд-пак, и Минди, десяточку уже стоит, вот так время летит, прикольно, прикольно. Итак, 5 паков осталось, просто очень мощные 5 паков, давайте, наверное, открою сначала полузащиту, атаку 83+, и потом к ультимейт пакам перейдем. Итак, смотрим, 83+, без волкаута, к сожалению, Сербия. Центральный полузащитник Лацо Милинкович Савич. 85 рейтинг, в принципе, хорошо. По рейтингу нет вопросов. И открываем атаку 83+, и остается 3 мощнейших пака просто. Атака 83+, волкаут ждем. Нет волкаута. Хотелось бы, конечно, очень сильно, даже какой-нибудь слабенький. Кто это? Гаррет Бейл? 83+, атака падает, 83-й Гаррет Бейл, слабенько. Бейл и опять Сапата, только уже ЛЧ-шная его карточка. И что, ребят, осталось у нас 3 пака, 3 очень мощных пака, очень серьезных пака. И, наверное, открою я сначала 86+, будет сейчас у нас волкаут, а потом будем думать. Итак, гарантированный волкаут. Третий на этом аккаунте. Итак, смотрим. Итак, Италия. Но это опять не очень хорошо. Центральный полузащитник, Верать. Италия, Испания, это уже автоматом значит, что, ну, так себе будет волкаут. Итак, Верать, 86 рейтинг, 86+. Не очень весело.
Но три волкаута были на этом аккаунте, и вот кульминация, будет ли в этих двух паках хотя бы один волкаут. Я верю, что будет ультимейт набор, который стоит 125 тысяч. Ждем, прям сразу ждем волкаут, давайте. Нет. Нету. Аргентина, ЦЗ, Аталант, это Ромеро Информ. Да, это Ромеро Информ, 82 рейтинг, но это антрейд пак, поэтому плохо. Ромеро, 4.83 игрока, пак, в принципе, неплохой, если так посудить. И, ребята, ультимейт пак, последний на видосе пак, естественно, кульминация. Тоти, конечно же, мы ни одного не поймали, но вот он, последний шанс. Последний шанс, щелк. Щелк, ультимейт набор. Вся надежда на тебя. Хотя бы волкаут, давай, порадуй нас. Итак, волкаут есть. Есть волкаут, ребят. Что же здесь у нас? О, опять Соммер. Ну что же, вы ничего не можете интереснее придумать. Соммер, 86 рейтинг. Спасибо за ошеломляющий волкаут в последнем паке. Итак, ребята, Соммер, Артурчик, там еще дубликаты есть. Вряд ли в дубликатах будет кто-то очень крутой. Погба в дубликатах. Ну это же антрейд, ребят. И я с вами прощаюсь, ребят. Сегодня было большое количество волкаутов. Не поймали мы, конечно же, топчиков, но было все равно приятно открывать крутые паки. И рейтинга поймали ого-го. Теперь вот нужно подумать, куда вообще его девать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Всем удачи в паках и Weekend League, конечно же. Пока.